справа от нас это город Хадера. Есть такая очень интересная история, когда через этот маленький поселочек Хадера проезжал один из немецких колонистов. В Хайфе была большая немецкая колония, темплеры там жили. И вот он им подарил гениальную идею. Он сказал, что а приезжайте-ка вы в Австралию. В Австралии есть такое дело.